Здравствуйте, уважаемые друзья! И в этом своем коротком блокбастере я хочу вам бесплатно порекомендовать ознакомиться с схемой по добыче мощного трафика из Telegram. Это будет трафик промышленного масштаба по цене не дороже одной пачки чипсов. Вашу рекламу увидят миллионы пользователей Telegram. Надеюсь, вы знаете, что трафик, подкрепленный очень хорошим и полезным оффером, приносит ошеломительные результаты по привлечению новых партнеров на автопилоте в любой бизнес, а вместе с партнерами и огромные доходы. Смотрите это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и вы убедитесь сами, что все, о чем я сейчас расскажу, это чистая правда без понтов. Итак, поехали. Сегодня мессенджер Telegram объединяет более 400 миллионов пользователей, причем это очень активная аудитория и самое главное, это платежеспособная публика. И если вы занимаетесь интернет-бизнесом, то это просто грех не воспользоваться всеми прелестями Telegram для продвижения себя любимого. Но истина кроется в мелочах, о которых мало кто знает, чтобы правильно использовать Telegram и при этом не улететь в бан. В связи с этим я подготовил специального бота Telegram, который учит созданию мощного и безопасного трафика и его монетизации. Подключайтесь к диалогу с ботом. Если выполните все рекомендации от бота, тогда ваша финансовая история заиграет новыми яркими красками и приятными ощущениями от изобилия долгожданных монет. Доходы начнут зашкаливать, а вы наконец-то приобретете то, о чем мечтаете по праву своего присутствия в этом сложном и несправедливом мире. Бот заточен на заработок криптовалюты на смарт-контракте. Я выбрал смарт-контракт, или как его еще именуют, умный контракт, из-за того, что пока ничего надежней еще не придумано. Здесь нет админов, риска и человеческого фактора, так как это технология блокчейн. Код контракта находится в открытом доступе и его можно всегда посмотреть. Баланс смарт-контракта всегда нулевой, потому что деньги на балансе не хранятся, а все переводы поступают прямо на личный кошелек, без посредников и без использования сторонних ресурсов. Здесь стопроцентная гарантия от потери средств. Простыми словами, воровать нечего и кинуть людей на деньги невозможно даже теоретически. Поэтому за основу для бота был выбран заработок крипты и дальнейший ее обмен на любые фиатные деньги. Но если кто-то не желает иметь дело с криптой, а хочет настроить схему заработка через телегу, например, рублей, долларов или другой валюты, то принцип действия по схеме, которую сливает бот, будет подходить для любого бизнеса. На этом пока все. Дальше будет разговаривать мой бот и доносить информацию каждому, кто на него подпишется. Напоминаю, ссылка на бота в описании под видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой YouTube-канал. Желаю всем больших профитов и не болеть.